В Российском государственном институте туризма и сервиса прошло сразу два события. Фестиваль «Родные просторы» собрал люберецких студентов и школьников. А на открытие ресурсного центра приехали гости из областных национальных автономий и организаций. Более 100 участников – ученики младшей школы и студенты вузов, гости со всей Московской области. Торжественные речи, показательные выступления и немного праздничного волнения. Так прошло открытие фестиваля «Родные просторы» в Люберецком институте туризма и сервиса. В рамках фестиваля состоялось торжественное открытие ресурсного центра регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. На базе института ресурсный центр будет функционировать с целью поддержания взаимопонимания и сотрудничества между разными народами Подмосковья, а также для развития образования, науки и реализации совместных программ, которые будут повышать знания в сфере межнациональных отношений как среди молодежи, студентов и школьников, так и среди старшего поколения, руководителей и членов национальных организаций. Мы совместно с Институтом туризма и сервиса в городе Люберцы подписали соглашение о взаимодействии между двумя ресурсными центрами. Есть ресурсный центр, созданный при Институте туризма, который как раз-таки занимается этнотуризмом, и наш ресурсный центр в сфере межнациональных отношений. Участникам торжественной церемонии в ресурсном центре вручили благодарственные письма Ассамблеи народов России за вклад в развитие межнациональных отношений. А затем традиционный жест русского гостеприимства – угощение хлебом-солью и поздравления. От Эльмиры Абдулбариевны Хаймурзиной, заместителя председателя правительства Московской области, она просила поздравить всех с таким знаменательным событием, с открытием этого замечательного ресурсного центра. Следующая часть фестиваля «Родные просторы» – научно-творческая конференция. На ней студенты и ученики школ представили свои проекты, рассказали об объектах туристической привлекательности в Люберецком округе, Московской области и в других странах. Это все проходит в рамках научной работы студентов, проходит это все в рамках научной работы школьников. Мы привлекаем школы, и со школами мы работаем в таком тесном контакте. После научной части – творческое выступление участников разных национальностей, во время которой и красивый азербайджанский танец, и зажигательная дагестанская лезгинка, и стихи про Армению, и многое другое. Планируется, что фестиваль «Родные просторы» станет ежегодным в Ргутисе. Будет привлекать все больше и больше студентов и школьников. А работа открывшегося ресурсного центра объединит национальности Подмосковья вокруг науки и общего стремления развивать сотрудничество. Яна Яковлева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.